Платье Моника. Премьера. Новинка по цене 1490 рублей. Номер лота 88234 и два великолепных красивых цвета. Бордовый и черный. Черный цвет сейчас на нашем подиуме на нашей Наталье. И бордовый вкусный глубокий цвет на нашей демонстрационной вешалке. И объединяет их, я так понимаю, вот эта красивая, невероятно стройнящая вставка молочно-белого цвета. Да, мне очень понравилось это платье. Оно просто вызвало у меня восторг при первом же взгляде на него. За счет чего оно вызывает восторженные взгляды? Ну, конечно, в первую очередь за счет светлой вставки, которая играет очень ярко, очень сочно на фоне контрастного темного цвета. Какой бы вы ни выбрали цвет, может быть, это будет бордовый, или, может быть, вы выберете классический черный цвет в любом платье, это будет смотреться очень эффектно. Слушай, а теперь, сейчас же скоро будут свадьбы. Абсолютно. Уже начинается, да, сезон такой. Выпускной вечер не за горами, последний звонок. Вот он, идеальный подарок для самых искушенных модниц. Размеры с 50-го по 60-й. Цена 1490 рублей. При этом вы приобретаете не только ваш шикарный силуэт, еще и ювелирное украшение. Кстати, о силуэте. Давай с тобой раскроем секреты, как подобрать по фигуре и почему у нас получается вот такая вожделенная, вот абсолютно женственная фигура, вот как сейчас на нашей Наталье. Ты знаешь, Наталье. Действительно, фигура женственная, но при этом она еще и стройнет. Женственность приобретается за счет того, что платье у нас приталенное по талии. Угу. Это очень хороший эффект. Причем сразу хочу сказать, посадка будет идеально, если вы выбираете размер в размер. Если вы любите чуть больше свободы, то можете посмотреть, если выберете на размер, будет сидеть вот именно так, как на Наталье. Но при этом посмотри, свобода есть, а талия выделяется. Так. Смотрим с вами дальше. Юбка. Вот сейчас возвращаются в моду 70-е так. годы. Вот тогда это было очень популярно. Небольшой клеш, который, во-первых, скрывает особенности фигуры. Так. Каждая женщина, независимо от того, какой у нее силуэт, какой типаж у нее фигуры, превращается действительно в песочные часы. Угу. За счет чего это получается? А вот именно за счет того, что низ раскрешенный, бедра у нас скрываются, у нас нивелируются какие-то особенности, пропорции фигуры, благодаря этому платью, этому крою. Но что самое главное, Марат, это, конечно, главная хитрость нашего платья. Белая контрастная вставка, угу. Посмотри, она же заужается в талии. Угу. Она буквально зрительно создает осиную, да, вот такая... осиная буквально талия. И посмотри, опять же, к низу она расходится. Вот он, тот силуэт, песочные часы. Вот о чем мы сейчас с вами говорим. И причем светлая часть очень красиво располагается на Т-зоне, на зоне декольте, опять же придавая правильные пропорции вашей вот фигуре. Вот ты знаешь, я смотрю сейчас на нашу Наталью, вот она очень правильно взяла в руки клатч, и вот, ну, на вечернем мероприятии я вот прямо ее сейчас вижу. Ну, а так, вот я хотел тебя спросить, вот многие дамы вот говорят, что мы, к сожалению, много времени иногда проводим на работе, за компьютером, а вечером сразу, не заходя домой, хочется куда-то с подружкой, например, отправиться, или там со своим мужем, если он заехал, например, на работу. Как здесь быть? Не помнется ли оно? Или уместно ли она будет на работе, вот такое платье? Можно, знаешь, я считаю, взять? Что уместно будет на работе. Вот, знаешь, неуместно было бы на работе платье, которое бы было бы ярко, богато усыпано какими-то камнями. Угу, да, которое... Уже явно гламурно-вечернее. Да, явно гламурно-вечернее. А здесь у нас платье все-таки нейтральное. Хоть оно и смотрится роскошно, хоть оно и смотрится очень презентабельно и дорого, такое платье мы с вами легко можем носить и на работу. Добавьте какое-то скромное украшение, может быть, сверху даже можете накинуть свой жакет любимый. Опять же, у вас получаются совершенно разные образы. И в то же время, после рабочего дня, вы смело в таком платье можете пойти и на встречу с друзьями, на день рождения, на праздники. Ну, а женщины, которые работают учителями, я просто считаю, что такое платье обязано быть в их гардеробе. Посмотрите, как эффектно, как дорого. С одной стороны, строго, а с другой стороны, очень женственно. Вот я люблю сочетание женственности и одновременно строгости и лаконичности. Классика, аристократия. Все здесь сочетается воедино. Вы еще не совершали свою первую покупку. Время настало, тем более сделать это крайне просто. Ведь вы один из 500 наших новых покупателей. Именно столько присоединяется к нам ежедневно. Поэтому сделать заказ крайне просто. В правом углу экрана вы видите телефонный номер. Он бесплатен для всех регионов России. Он многоканален. Даже если поступает информация о перегрузке колл-центра, наши операторы в любом случае ответят на ваш звонок. Тем более у нас и ожидание сам звонок, я напомню, абсолютно бесплатный. Далее, что нужно сделать? Называйте номер лота, который вы
вы для себя выбрали, например, платье Моника, номер лота 88-234, выбираете один из размеров и один из цветов, и все, платите только после получения. Скажи, пожалуйста, Ань, здесь нам нужно брать размер-размер или все-таки вот как-то можно погулять? Я рекомендую брать размер-размер, это платье, причем надо ориентироваться именно на верхнюю часть, потому что, как мы уже с вами выяснили, низ у нас расклешенный, даже сядет на женщину, у которой сдвоенный тип фигуры, то есть это фигура груша, поэтому чувствуйте себя комфортно. Ну а чтобы вы убедились в том, что будет комфорт, посмотрите, ткань эластичная, она хорошо тянется. Причем, посмотрите, у нас талия здесь отрезная. Давайте сразу проверим, насколько она будет правильная. В каком смысле? Качество мы проверяем. Посмотрите. Шов и ткань тянется, и шов сам тянется. Причем, посмотри, мне очень понравился тот эффект, что ткань тянется в двух направлениях. По долевой и по поперечной нити. Ну и также очень важно понимать, что такое платье мы можем смело брать и в поездке. Ой. Например, вы поехали отдыхать в санаторий. Или вы как раз имеете работу сидячую, очень много сидите. Платье всегда будет... То есть вот про что я говорил, да, когда девочки задавали вопрос. На работе вот, да, много времени проводят за столом. То есть можно смело сидеть, подняться потом. И никаких складок, никаких помятостей. Ни одного загома не осталось. Сразу после работы бежим и радуемся на караоке, на дискотеке. Возможно, уже дарим аплодисменты артистам в каком-то театре. А может быть, идем куда-то на свидание. Размеры с 50 по 60. На данный момент поступила информация, что наш колл-центр перегружен. Как я говорил ранее, ни в коем случае не вешайте трубку, оставайтесь на линии, потому что и звонок, и ожидание абсолютно бесплатно. Ну и если, Ань, мы с тобой говорили об этой прекрасной ткани, выполненной в двух цветах, в бордовом и в черном с контрастной белой вставкой, именно поэтому задают нам часто вопрос, когда сочетаются две контрастные ткани, как можно ли их стирать? Потому что, знаешь, иногда бывает постирал, и белый цвет стал тем же бордовым. Нет, что у нас здесь? Нет, он не станет тем же самым бордовым, как ты правильно заметил, очень многие переживают на эту тему. Мы стираем с вами смело дома, в стиральной машинке. А такие ткани не любят горячих температур, поэтому стирка 30-40 градусов, деликатный режим стирки, минимум оборотов при отжиме. Вы сушите платье на плечиках, и оно остается таким же привлекательным и презентабельным. Если вы сохранили, учли все качества, все особые условия стирки, тогда вам даже не придется гладить. А если и гладите, то только с изнаночной стороны и желательно только обрабатывайте паром. Вот это прекрасно. Я обожаю, когда мы сочетаем в себе и красивую стилистику, универсальность выбора, как для работы, так для вечерних мероприятий. А самое главное, что мы соблюдаем все тенденции и тренды 2018 года. А это стиль, красота, дизайн и, конечно же, еще невероятная практичность. Записываем номер лота 88-234. Это новинка, это премьера по самой привлекательной для такой категории цене платье. Только вдумайтесь, платье по цене менее 1500 рублей. И продано уже 90 платьев, а это в двух цветах, которые у нас сегодня представлены. Черный и бордовый.